Здравствуйте, меня зовут Алексей, italmebeli.ru, мой сайт площадь. И сегодня мы посмотрим шоу-рум фабрики Оливьери, и вы посмотрите все образцы, что из себя это представляет эта фабрика. Также здесь можно увидеть разные композиции мебели, в том числе панели, которые открываются, раздвижные ящики на доводчиках. Механизмы идут итальянского, немецкого качества. Видите, какие под 45 градусов сделано. Эффект кожи с доводчиками. Здесь то же самое. Открывается и закрывается с механизмы, специальные механизмы итальянские, которые тормозят. Это одна из на итальянском рынке, как говорит представитель шоуруме, что которая разработана только этой фабрикой. Пойдемте посмотрим гардеробную, посмотрим шкаф ихнего производства. Possiamo aprire l'armadio? Это настоящее Made in Italy. LED вертикали, come luce. С подсветкой. Queste porta cinture, porta cravatte. Для ремней, для галстуков. Con chiusura rallentata. Interni graffis vino chiaro. Можно выбрать разные цвета. Oppure royal. Либо вот один из распространенных цветов, royal называется. Effetto legno. Эффект дерева. Porta pantaloni estraibile. Для штанов вы видите. Luci LED sotto i richiami. Подсвещение LED. O anche sotto il cappello. И сверху. Si accendono a chiusura dell'anta destra. C'è il sensore. И закрывается, есть сенсор, который при открытой двери он идет освещение. Когда закрыто, выключается свет. Кассетера интерна. Видите, кассета. Quando l'interno è chiaro, la ferramenta è chiara. Подбирается, когда под свет все оснастки, когда там светло, естественно, и вся начинка тоже идет свет. Quando l'interno è scuro, la ferramenta è scura. Когда темно, естественно, все темно. Пойдемте посмотрим гардеробные, шкафы представлены. Стеклянные двери. Un'anta molto particolare perché praticamente non ci sono cerniere nella cornice, quindi è completamente pulita. Нету никаких рамок, она видите, как все сделано. Ci sono solo due agganci, uno nella base e uno nel cappello. Есть, которая закрывается, крепеж сверху и снизу. Integrati al telaio. Которые прикреплены непосредственно к карнизу шкафа. E le finiture disponibili sono trasparenti in tre colori, trasparente naturale, bronzo, fumé. Есть несколько цветов. 22 colori laccati. 22 вида лакированных центра.
e tre finiture di specchio И три зеркального покрытия. naturale, bronzo, fumé. С вами был Алексей. До новых встреч в Италии. Хороших покупок.